Приветствую вас на канале Техревизор. Отпариватели позволяют быстро привести в порядок одежду, освежить ее и разгладить складки. В недорогом сегменте есть модели, которые отлично справляются с этими задачами. И сегодня я подготовил рейтинг лучших отпаривателей для одежды до 5000 рублей на 2024 год. Они различаются исполнением, мощностью подачи пара, временем непрерывной работы, объемом резервуара для воды и другими характеристиками. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну, а теперь приступим. На 7-м месте рейтинга стоит Dirma HS200. Отпариватель выполнен не совсем в привычной форме, с цилиндрической рабочей частью и длинной ручкой. Разогрев занимает 25 секунд и происходит на подставке, где есть индикатор, подсказывающий о готовности к работе. В комплекте есть крышка, обеспечивающая удобство хранения и транспортировки. Резервуар для воды у модели небольшой, на 110 мл. Его хватает на непрерывную работу в течение 15 минут, но производитель рекомендует делать перерыв каждые 10 минут, если необходимо обработать большой объем одежды. Доливать воду в процессе работы не разрешено. Отпариватель подходит для горизонтальной глажки паром с давлением 0,5 бара и вертикального отпаривания с подачей пара 15 грамм в минуту. Для переключения режимов есть ползунковый переключатель. В целом, хороший и удобный отпариватель, но резервуар у него несъемный, что может не всем понравиться. Следующий участник рейтинга Scarlett уже более продуманный в этом плане. На 6-м месте топа стоит Scarlett SCGS-135S10. Это один из самых бюджетных отпаривателей, который имеет хорошие рабочие характеристики, удобное исполнение и весьма привлекательный дизайн. У него очень вместительный резервуар на 280 мл, который выполнен в прозрачном корпусе и имеет съемную конструкцию для удобства налива воды. За счет высокой мощности в 1500 Вт разогрев занимает всего 25 секунд, а большой бачок обеспечивает длительное время непрерывной работы. Производитель утверждает, что мощность паровой струи достигает 60 грамм в минуту, но это явно завышенный показатель. Хотя особых нареканий к качеству отпаривания с учетом ценника к прибору не выдвигаю. Кнопка включения фиксируется, удерживать ее во время работы не потребуется. Отдельно стоит отметить стальную подошву, которая не цепляется за одежду, и наличие двух насадок. Есть щетка для удаления шерсти и насадка с вельветовой накладкой, с помощью которой можно снять мелкие ворсинки с ткани. Специальная насадка есть и у следующего участника – Tefal. 5-е место топа занимает Tefal DT2026E1. Это самый компактный отпариватель надежного производителя в рейтинге. Он выделяется ярким дизайном и небольшим весом. Связано это с оснащением совсем небольшим по объему резервуаром, всего на 70 мл. Он установлен на ручке, но совсем не утяжеляет конструкцию. Конечно, его не хватит для отпаривания большой партии вещей. Заявлено 4 минуты непрерывной работы. Но благодаря высокой мощности в 1300 Вт, разогрев занимает всего 15 секунд. Можно продолжить отпаривание, не теряя время на ожидание. Мощность подачи пара достигает 20 грамм в минуту. В комплекте есть двухсторонняя насадка. Одна сторона предназначена для защиты деликатных тканей во время отпаривания, а вторая – для удаления ворсинок и шерсти с одежды. Из удобных элементов стоит выделить и длинный провод – 2 метра, который обеспечивает удобство во время работы. У следующего участника Hyundai провод такой же длины, а резервуар большего размера. На 4-й строчке рейтинга стоит Hyundai HHS-02-834. Это мощный отпариватель с самым большим резервуаром в рейтинге на 320 мл. Благодаря этому обеспечена длительная непрерывная работа в течение 12 минут и мощная подача пара на уровне 30 грамм в минуту. За счет высокой мощности в 1650 Вт разогрев занимает 30 секунд, несмотря на большой объем воды. Бачок легко вынимается из корпуса для удобной заливки воды. Он выполнен из темного прозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень наполненности. Обработку можно выполнять в горизонтальном и вертикальном положении. А в комплекте есть удобная насадка с щетинками и специальной накладкой для очистки одежды от ворса. Модель выполнена в эргономичной форме, включается одной кнопкой. В целом, хорошая по характеристикам модель для обработки нескольких элементов одежды за раз. Но стоит учесть, что вес из-за ее большого резервуара составляет аж 1,4 кг, что может доставить неудобства. Следующий участник Xiaomi весит почти в два раза меньше. Тройку лидеров открывает Xiaomi Mi J Handheld Ironing Machine.
Недорогой отпариватель выполнен в лаконичном дизайне и наделен большой удобной ручкой. Стоит отметить расположение резервуара с водой не на рукоятке, как у большинства приборов, а на рабочей части. Поэтому его вес более сбалансирован, а рука меньше устает во время работы. В бачок помещается 160 мл воды. Он выполнен из прозрачного пластика для удобного контроля наполненности. Модель высокой мощности 1200 Вт обеспечивает подачу пара под давлением 30 кПа, что позволяет разглаживать складки даже на толстых тканях. Разогрев занимает 26 секунд. Рабочая поверхность алюминиевая с керамическим покрытием. Оно обеспечивает поддержание постоянной температуры и защищает деликатные ткани от повреждений. Между панелью и нагревательным элементом расположена полость для испарения, поэтому капли воды не попадут на ткань. Помимо отпаривания, прибор может работать как утюжок. Для переключения на этот режим нужно нажать на специальную кнопку на ручке. При этом паровой поток становится более плотным и сильным. И еще можно сложить ручку отпаривателя для удобной и компактной транспортировки и хранения. У следующего участника Polaris такой опции нет, но зато он наделен регулировкой давления пара. На втором месте рейтинга стоит Polaris PGS 1570 CA. Это одна из самых популярных моделей. Интерес покупателей вызван сбалансированностью рабочих характеристик и доступного ценника. Отпариватель в традиционном исполнении оборудован вместительным резервуаром для воды на 250 мл. Он выполнен из прозрачного пластика и имеет съемную конструкцию. Разогрев занимает 25 секунд. За счет высокой мощности в 2000 Вт прибор обеспечивает подачу пара со скоростью 42 грамма в минуту. Это самый мощный отпариватель в рейтинге. Особенность модели – это возможность регулировать мощность паровой струи. Для этого есть три положения, которые легко выбирать, ориентируясь на индикаторы верхней части прибора. Это позволяет подобрать мощность пара для всех типов тканей. В комплекте есть насадка-щетка, с помощью которой можно убрать ворсинки и шерсть с одежды. Стоит отметить достаточно длинный провод – 2 метра, что добавляет удобства в эксплуатации. В общем, это отличный по исполнению и функциональности мощный отпариватель, который подойдет для любых типов ткани. Лидер рейтинга Philips имеет более сбалансированную конструкцию и еще одну приятную особенность. Лидером рейтинга стал Philips 3000 серии STH-3020-10. Продукция бренда пользуется повышенным интересом покупателей. Не исключение и этот отпариватель. Он выделяется аккуратным компактным исполнением с привлекательным дизайном. Резервуар для воды расположен не в ручке, как у классических моделей, а на рабочей части. Благодаря этому вес прибора максимально сбалансирован. При длительном использовании рука не устает. Резервуар для воды объемом 120 мл выполнен в прозрачном корпусе для удобства контроля уровня воды и легко снимаются для долива. Мощность 1000 Вт гарантирует стабильную подачу пара со скоростью 20 грамм в минуту, а разогрев занимает всего 30 секунд. Металлическая подошва обеспечивает безопасный контакт с тканями. Подошву отпаривателя можно прижимать к одежде без риска ее повредить. Отпариватель подходит для любых тканей, допускающих глажение. И еще хочется отметить малый вес отпаривателя и удобную деталь – возможность сложить ручку. Прибор можно компактно хранить или брать с собой в поездку, он не займет много места. А для удобства в комплекте идет чехол. В общем, это отличный отпариватель надежного производителя со сбалансированными характеристиками. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.